Вот Саратов, наш город, для съемок какого фильма подходит? В каком жанре здесь можно снимать кино? А что бы подошло больше? Вы знаете, здесь хорошо снимать апокалипсис. Почему? Потому что все разрушается. Хоррор. Почему? Да нет. Страшное место. Вот какой жанр подходит больше, как вы считаете? Ну, я думаю, наверное, это что-то фэнтези. Фэнтези. Почему фэнтези? Ну, такие старинные здания, и тут же что-то такое. Ну, такое наше фэнтези какое-то, я не знаю, это должно быть. Как-то все интересно. Ну, наверное, смотря какой район брать. На набережной что-то романтичное в Липках. А может, какие-то другие районы и что-то более криминальное. Ну, например, какой район? Не будем никого обижать, да. Исторический. Почему? Вот, смотри, посмотрите, какие дома красивые. Старые. Исторический точно. Купеческие дома. У нас такие здания все, можно бы их снимать. Наверное. Больше всего. Ну, у нас Гардемаринов уже снимали. Можно еще раз что-нибудь такое же. Историческое. Историческое. Почему? У нас много исторической застройки. Ну, да, в принципе, я думаю, также согласен. Если походить по закоулкам, можно именно такую прям старину застать еще. Потому что, как минимум, даже сейчас туда зайти, там будут красивые дома, именно такие уже. Постсоветские, советские. Для какого жанра наш город? Комедия. В каком жанре? Не знаю. Ну что, ужасы, комедия. Комедия. Комедия? Почему? Ну, весело, задорно, смешно. Трагикомедия. Вот. Ни у кого денег нет, но жрут все хорошо. Комедия. Про любовь. Вот какой фильм подходит наш город? Исторический. Комедия.